Всем привет! Сегодня в ремонте очередной Dodge Caliber беленького цвета. Вот, первое впечатление, что бит он не сильно. Немножко крылышки. Чуть-чуть капотик. Ну и чуть побольше правый лонжерон. Но для начала будем разбирать, и тогда будет лучше видно, в каком состоянии лонжерон. Ну вот видим, подушка согнута, значит лонжероны ушли в бок. Но и лонжерон сам. Ну вот так вот помят лонжерон. Крепление балки. Это буду равнять. Этой части у меня нету. Поперечную подушку тоже буду равнять. Это буду менять. Это есть. Также есть еще вот эта вот деталька. Тоже ее заменю. Для начала я это все вытягиваю. Ну вот, более-менее выравниваем лонжерон, упираемся в место залома, чтобы дальше не шло, а только вот эта часть. Ну и грубенько равняем. Ну вот, более-менее выровняли. Сейчас равняю поперечину. Немного оттягиваю. Как видите, она выравнивается. Ну вот, подровнял. Сейчас можно будет потянуть рог это чуть-чуть. То есть нужно все потихоньку вытянуть, примерить, и потом я буду высверливать и отрезать то, что помято, и то, что у меня есть на замену. Этой части, конечно, нету. Вот. Отсверлил, отрезал кусок лонжерона. Сейчас вот удобно будет эту до конца выровнять часть. Что я и делаю. Подравниваю. Ну и затем примерю кусок лонжерона и все это варю. Примеряю я с балочкой для бампера, чтобы не ошибиться в размерах. Вот, прикрутил ее, но померил диагональ. С диагоналями как бы все нормально, а вот с креплениями балки бампера не очень. Надо будет чуть-чуть подтянуть. Ну и здесь вот чуть-чуть вдавим. Тут упремся, там натянем и чуть там перекрутится лонжерон. Этот тоже угол нам придется чуть-чуть выдавить. Ну вот, все сварил. Сейчас покрашу внутри все это дело, чтобы потом все можно было вешать, чтобы по 10 раз работу не делать. Ну вот, покрасил лонжерон, рог, и не там, где надо. Сейчас равняем капот. Сначала грубо отгибаю резиновым молотком. Чтобы проще было, ставлю на деревяшку и через деревяшку простукиваю плоскость. Так как капот был не сильно помят, снутри вальцовку я не приваривал.
она разойтись не должна. Естественно, все это я выравниваю пока весь грубо. Финишная доводка будет тогда, когда будут установлены фары, бампер и все остальное. Сейчас только делается форма как бы на глаз. Простукиваю заломчики. Поднимаю кантики. Нет, ну и затем, вот грубо я это сделал. Потом споттером подровняю. Вешаю крылья. Прикручиваю. Ну и вот что. Крепление не сходится. Придется чуть все это потянуть вперед. Вот, с двух сторон было одинаково. Потянул с одной стороны, с другой. Ну и как бы крылья уже подходят. Сейчас буду все скручивать. Скрутил крылья, закрыл капот. Между крылом и капотом зазор нормальный. Но надо чуть-чуть стянуть лонжероны. Совсем немного. Ну вот, примеряю верхнюю фигню для бампера. Смотрю и подтягиваю, чтобы совпали крепления. Вот такой тайваньский бампер привезли. Но это вообще ни в какие ворота не влазит. Кривой, как бык поссал. Отдал, попросил привезти другой. Вот привезли совсем другой бампер, другого качества, хоть и тайваньский. И совсем сразу другие зазоры. Ну вот, собрал машинку. И можно будет уже красить. Красить буду сам. Поэтому проще. Разбираю. Грунтую. Ну и, естественно, крашу. Вот, покрашенная. Осталось собрать и отполировать. Ну вот, машина собрана. Можно кататься уже на ней. Ну, а я желаю всем удачи. Подписывайтесь. С вами был Артур. Пока.